Всем привет! Вы на канале Роботоп. Насекомых едят по всему земному шару. У них больше протеина, чем в курином мясе. Полно железа, магния и других важных элементов. Клопы во фритюре, сыр с личинками мух, вареные осы, жареные муравьи, кузнечики с авокадо и другие незабываемые блюда из насекомых. Но перед тем, как мы начнем, напомню, что вы можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые топовые выпуски. Начинаем! Для тайцев тарелка зажаренных в масле бамбуковых червей – такой же традиционный способ начать обед, как салат или суп для европейцев. Вкус и текстура у них немного напоминают попкорна, хотя каким-то особенным ярко выраженным вкусом они не обладают, зато очень питательные. На самом деле это вовсе не черви, а личинки травяной моли и семейства огневых травянок, живущие в бамбуке. Традиционно их собирают, срезая бамбуковые стебли, но с недавних пор стали разводить коммерческим образом на фермах и расфасовывать пакетики как чипсы. Продукцию фирмы Bizarre Food можно, например, купить в Англии. Помимо Таиланда, бамбуковых червей с удовольствием едят в Китае и в бассейне реки Амазонки. Усачи – крупные и блестящие жуки с длинными усами-антеннами, распространенные по всему миру. Много их и в России. У нас их также называют жуками-дровосеками. В англоязычном мире – жуками-козерогами. Личинки жуков-усачей, обитающие в корнях саговых пальм, это очень популярная деревенская еда в Восточной Индонезии. А ради жирных и сочных личинок индонезийцы иногда сводят на нет небольшие пальмовые рощицы, а затем, аккуратно нанизав на прутья, поджаривают личинок над огнем. У них нежная мякоть, но очень плотная шкурка, которую нужно долго разжевывать. На вкус личинки напоминают жирный бекон. Сыр с личинками сырной мухи – доказательство того, что насекомых едят не только в Африке и Азии. Касу марцу – сыр из непастеризованного козьего молока с живыми личинками сырной мухи. Это не просто зрелый сыр или сыр с плесенью, а окончательно протухший сыр с червями. С головки сыра срезают верхний слой, чтобы сырная муха беспрепятственно отложила в нем свои яйца. Появляющиеся затем личинки начинают выедать сыр изнутри. Кислота, содержащаяся в их пищеварительной системе, разлагает жиры в сыре и придает ему специфическую мягкость. Часть жидкости даже вытекает наружу. Она называется лагрима, что в переводе значит «слеза». Разумеется, никаким гигиеническим стандартам Евросоюза сыр не соответствует и долгое время был под запретом. Но в 2010 году Касу Марцу был признан культурным достоянием в Сардинии и вновь разрешен. Высушенные гусеницы ночных бабочек южноафриканского вида павлиноглазок, живущих на деревьях мапане. Важнейший источник белка для жителей Южной Африки. Собирательство этих гусениц в Африке – вполне серьезный бизнес. В супермаркетах и на рынках можно встретить как засушенных и подкопченных вручную, так и маринованных, закатанных в жестянки гусениц. Чтобы приготовить гусеницу, нужно сначала отжать ее зеленые кишки, а затем отварить в подсоленной воде и высушить. Сушеные на солнце или копченые гусеницы очень питательны, почти ничего не весят и долго хранятся, но не обладают особенным вкусом. Чаще всего их сравнивают с сушеным тофу или даже сухим деревом, поэтому обычно их обжаривают до хруста вместе с луком, добавляют в похлебки, тушат в разных соусах или подают с кукурузной кашей садза. Впрочем, очень часто мапана едят и сырыми, целиком или как басвани, оторвав предварительно голову. Старшее поколение японцев до сих пор уважает ос и пчел, приготовленных самыми разными способами. Одно из таких блюд – хатиноко. Это личинки пчел, сваренные с соевым соусом и сахаром. Полупрозрачная сладковатая карамелеподобная масса, которая хорошо идет с рисом. Также готовятся и осы. Блюдо с ними называется дзибатиноко.
В целом же хатиноко и дзибатиноко считаются достаточно редким специалитетом префектуры Нагано. Чуть чаще встречаются жареные черные осы. Их иногда подают к пиву в японских тавернах. Японские блюда, сделанные из диких ос и пчел, стоят недешево. На поток этот бизнес поставить невозможно. Само приготовление довольно трудоемко. Охотники за осами и пчелами привязывают к взрослым особям длинные цветные нитки и таким образом отслеживают их гнезда. Кстати, если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно это сделайте. Вам не трудно, а мне очень приятно. Город Суджоу и его окрестности славятся не только качественным шелком, но и довольно редкими блюдами из куколок тутового шелкопряда. Как известно, гусеницы шелкопряда обматывают себя тонкой, но прочной шелковой нитью. В коконе они отращивают крылья, усики и ножки. Прежде чем это произойдет, жители Суджоу отваривают их, удаляют кокон, а потом быстро обжаривают в воке, чаще всего с имбирем, чесноком и луком. Впрочем, нежные личинки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, удачно сочетаются практически с любыми овощами и специями. Правильно приготовленные, они напоминают на вкус крабовое или креветочное мясо. А в магазинах даже продаются консервированные шелкопряды, которых надо отварить перед употреблением. Муравьи – это самые популярные съедобные насекомые на Земле после кузнечиков. В Колумбии жареных муравьев даже продают в кинотеатрах вместо попкорна. Больше всего в Колумбии любят самок муравьев с яйцами. Их ловят в дождливые дни, когда вода заливает муравейники и самки выбираются наружу. В самом простом деревенском варианте их готовят, завернув листья и немного подержав над огнем. Это хрустящая сладковатая закуска с явственным ореховым привкусом. Но самые вкусные муравьи, так называемые медовые, водятся в Австралии. Они питаются сладким нектаром, перенося его в раздутых зобиках брюшка. В русскоязычной литературе они называются муравьиными бочками. Эти прозрачные пузыри считаются сладким деликатесом среди австралийских аборигенов. Большие водные клопы обитают по всему миру, больше всего их в Америке, Канаде и Юго-Восточной Азии. Но если для американцев это просто крупные насекомые, укусы которых не проходят иногда по две недели, то в Азии водных клопов с удовольствием едят. Азиатская разновидность самая крупная в семействе, 12 сантиметров в длину, поэтому тайцы просто обжаривают их во фритюре и подают со сливовым соусом. На вкус мясо водных клопов напоминает креветок, при этом в Таиланде их едят целиком, на Филиппинах отрывают ножки и крылья и в таком виде подают крепким напиткам в качестве закуски. А во Вьетнаме делают из них очень пахучую вытяжку, которую добавляют в супы и соусы. На тарелку супа достаточно одной капли. Кузнечиками, как известно, питался еще Иоанн Креститель. Акриды, которых он заедал диким медом, это саранча, близкий родственник кузнечика. Его могли бы понять мексиканцы, для которых кузнечики – это практически национальная еда. Кузнечика в Мексике едят повсеместно. Вареными, сырыми, высушенными на солнце, обжаренными, вымоченными в соке лайма. Самое популярное блюдо – гуакамоле с кузнечиками. Насекомых быстро обжаривают, в результате чего они моментально меняют цвет с зеленого на красноватый. Смешивают с авокадо и намазывают на кукурузную лепешку. Как любое мелкое обжаренное насекомое, жареный кузнечик не обладает выдающимся ароматом. И обычно его вкус – это вкус масла и специй, в которых его жарили. Обжаренные до черноты тарантулы, похожие на лакированные обугленные головешки. Распространенная уличная еда в Камбодже. Удачливый ловец тарантула в день может поймать до 200 особей. Продаются они очень быстро. Камбоджийских тарантулов обжаривают в воке с солью и чесноком. На вкус их мясо напоминает нечто среднее между курицей и рыбой. Крупных тарантулов-птицеедов едят в Венесуэле, просто запекая их на углях. Чуть более элегантный способ приготовления тарантулов используют в Японии. Там сначала отрывают у паука брюшко, затем опаливают волоски и быстро обжаривают.
Впрочем, считается, что самые вкусные пауки не тарантулы, а пауки из семейства нефилида, которых едят в Новой Гвинее и в Лаосе. На вкус эти пауки, если их обжарить, напоминают арахисовое масло. Если выпуск вам понравился, то по традиции ставьте свои королевские лайки, подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик и больше никогда не пропускайте все самые топовые выпуски. Спасибо за просмотр!